И мы вернулись, дорогие друзья. Была у нас небольшая неполадочка. У меня инет отключили. Ломал технику, короче. Он своей магией так баловался, короче, что у него интернет нахрен приказал долго жить. Ладно, короче говоря, тем временем у нас 27 и 25 этих хреновин. Блин, все послетело, твою мать. Я тут, блин, задолбусь растягивать этот рецепт. Так, ладно, стоп. Неважно. Сейчас я посмотрю, что там требуется. Так, тут либо такое, либо так. А, ну типа, срать какая это. Наковальня и... Понятно. Так, смотри, нам нужен люминитовый слиток и нам нужен каламит. Каламит у меня есть. Люминитовых слитков нужно 5. Попробуй там их найди. Так. Секунду, это не то. Люминит, это не то. Мифрил. Я выкапываю вот это. А, вот. Стой, я вроде как откладывал его вот сюда. Это у нас мелт, хаусбар. Сейчас, секунду. Вот, нашел, да? Все хорошо. 5 штук. И мне нужно еще сейчас напомню сам себе древний манипулятор. Вот. Как ты думаешь, что-то вскопать? Потому что... Да, а какая разница? По сути, он заменяет. Если он работает на все, то я... Да, он будет работать. И где его делать? Ну-ка. А, просто в руке? Да, просто, скорее всего. В стаке можем. Но там же написано, где его сделать. А, подожди, случаем не на этих ли, в Кримзоне? Так погоди, а что там? Чё там написано? Ничего там не написано. Должна. Сейчас, подожди, я вспомню, где тут эти, блин, находятся. Так. Кастрик. Мертвая трава. Блин, а где эти срани? Или мы все вырубили их? Нет, не все вырубили, здесь есть. Сейчас скажу, да где. Вот я что-то не вижу, ни слева, ни справа. Либо я такой слепой. Да? Не-не-не, есть. Сейчас, блин, я тоже, он мне был нужен. А где ж я его видел? Так, не вот здесь ли? Нет, значит, с этой стороны вроде как... Ну, это руда. Багряное сердце вижу. Мы их либо вообще все вырубили. Не все. Были. Паутинка. Что? Арелитор? А, ну ладно. Ну, это... Килай. Да я что-то и не вижу. Счастье. Гриб, горшочек. Горсотик. Так. Вот он, покажись. Вот для тебя? Нет. Да. Нет, он здесь где-то, я помню точно, но сейчас. Вот он, Лёха, иди ко мне. Вот, прям ко мне сейчас иди. Кого-то снес нахрен своей жопой. Сейчас иду. О, хорош. Вроде здесь делается, нет? Скинь мне, да, я посмотрю. Маркер делается для экстрима. Так ты понимаешь, он вот, необходимы предметы. Нет. Надо было в Википедии смотреть. Я говорю, скинь мне, пожалуйста, дай я гляну. Манипулятор, без разницы, что-нибудь одно дай мне. На тебе наковальню. Там типа предметов? Нет. Ну, значит, нету, все, значит, у тебя чего-то не хватает. Если нет, значит, скинь, это... Скинь. Значит, это делается в руке. Блин, я лошпединая, что-то, короче, в этот рецепт сунул. Давай домой. Ну, сразу появилась хрень эта собачья. Вот, да. Манипулируй нахрен, давай. А то ж в руке все делается. Давай, тыкай. А, ты уже втыкнул вот сюда. Куда? 228 урона при метании, 150 магического урона. Еп! Отлично. 1200 урона, космолайт бар, 15 штук надо, ёпта. Увы, но мне нужна вот эта байда. Это что? Это оружие, которое, да, мне нужно.
А мне меч нужен, 15 литков он просит. Но у меня осталось 16. А с кого ты смолает? С этого падает? Да, с пожирателя. Подожди, у тебя 16 слитков, да? Да, но мне нужны тебе они, нужен, подожди, тебе нужен Execution Blade, да, вот это? Я уже его сделал, мне теперь требуется 10 Nict Fuel, короче, ну то, что мы сейчас выбивали, десятка Cosmic Bar, 50 Phantom Plasm и Dark Sun фрагмент, я не знаю, с кого он падает, увы. Поэтому... Ладно, сейчас, подожди, я попробую сделать тот... Блин, а куда я выкладываю? А, после ключей вроде было что-то тут, или до ключей. Бля, не помню, прикинь, куда-то вот выложил видео. А, вот мне два моих меча. Хача, так. Сколько вот, космолайт, блин, 5 слитков. А есть ли смысл это сделать? На 400. Слышишь? Mm. А его нет смысла делать. Ну вот. Он 400 бьет, а этот косарь уже лупит. Просто из 15 слитков. Так он апгрейд, может не апгрейдится. А я сейчас посмотрю, вот, Z, как он там называется сейчас. Так, у меня здесь где-то это вот. Было, вот. Он не апгрейдится, но очень высокая скорость, очень сильное отбрасывание и 1203 урона у него. Mm-hmm. 55 шанс хрит удара, 15 слитков просто. Смотри, короче, я его делаю, да, и у меня остается еще 11 слитков. Угу. Получается. Я его делаю. И у меня 11 слитков. Тебе надо 11 слитков? Нет, мне всего 5, по-моему, требуется. Ну на, возьми все. Ладно. А, все. Я заберу, заберу. Хорошо. Я сейчас положу, мне они... Ну-ка. О, он еще и дальний. По 4 косаря, Отлично. Ну что, все, Мурамаса, блин, уже столько... В долгий ящик откладывает. Сейчас, погоди, я кое-что ищу. Фак, забыл, что еще. А. Точно, эктоплазма. Подожди, я забираю отсюда лук. Ты ж не будешь луком пользоваться, да? Ну. Мне сотни бьет, тем более, нафиг. Вроде нет, но он прикольно атакует. Загадочный, блин, на 502 магического урона. Автомат какой-то либо. О, оставь. Это. Положи, не, положи, пожалуйста, это, возможно, мне понадобится просто. Он не апгрейдится, но он не... А, не апгрейдится? Ну, тогда не понадобится. Я просто но что-то он там... он 500 магического урона бьет. Или в жопу его. Носом. Да, все, ладно, да, я, в принципе... Лех, ты не помнишь, где у нас экта... А, вот. Увы, я возьму... А то я делал магнетик, потом это, вот это делается, а это говно... Падает Solar Energy. Откуда он хрен его знает? У нас фиолетовые ботинки? Нет, у нас зеленые ботинки, да? Оружие. Это тоже мне прибыться. Лех, я предлагаю сейчас убить еще раз теперь вот, слышишь? Королеву. Слышишь? И короля, да, да, да. Наши боты. Ну, насчет этого я не знаю. Крылья есть, Космолайт Бар есть, и Фантом Плазма у меня есть. Сколько у тебя в конце? 10 слитков есть? Космолайт. Да, есть, конечно, без проблем. По 5, да, но там требуется. У меня 87, нужны только крылья, а куда я их выложу? Так, сейчас, подожди. Да я скажу, вот они, крылья, Лёх. Нет, я день поставил. А, день, сейчас. А, вот призывалка, твою мышь, она вложилась, а я думал, я ее уничтожил. Блин. Сейчас. Они здесь, вот в, это, в этих ящиках ищи. Вот где вот, ты здесь нашел. Где я, вот, угу. Видишь? Да, там окей. Вот. 5 штучек, да? 5 штук? Вот, кстати, пират слезень. Не, кидай 10. А, 10. Я сразу 2 сделаю. А, ну и ботинки кидай свои. А, так, вот так. А, ну тогда на, будет. Держи крылья. И тогда держи крылья. Так. Ебать, он медленный. Как инвалид. Иди, да, сюда. Хотя, вот, смотри, вроде бежит, блин. Он даже не спидранит. Не, куда ты поскакал? Здесь так же делается. Форж, вот этот. А, подожди, или там? Вот здесь, все. Все, теперь все делается здесь. Так, фиолетовые пошли, раз. Что там выпало тебе на плюс один защита? Нет, мне это не нравится. На плюс один скорость ближнего боя. Тоже говно. Ну, не так, знаю. Голем, вот он сидит.
Полёта давай, падла, перекуй мне. Полёт, скорее всего, улучшен. Но мне тоже надо, я перекую, в чём я. Чего? Ты охренел, Вася? Он просит 3 монеты платины за перековку. Хотя нет, мне маны охренел, плевать. Не, мне нужно какой-нибудь там урон, что-нибудь такое. Ну что-нибудь получше. А я не могу перековать, прикинь, они на 20 маны встали и все. Так у тебя платина, наверное, нету, там платина просится. Не просится платина. А, 4, да, вот сейчас монета точно, на. 4 к урону. Ты либо все бабки тебе... забрал? Да, да, я тебе, блядь, могу скинуть. Нахуя? Да мне одну что хотя бы. Хочешь, одну там хотя бы. Там не одна, а там неизвестно, что еще выпадет. Да мне плевать. Все, ладно, а давай, да. Так, перековать. Надо проверить. Ну-ка. Так, нет. Он вообще еще дичай. Вот, 4. Нет, подожди, даже. Ехать! Он бесконечно летай? Да. Нет. Не, ну, очень высоко, значит. Он не бесконечно, но с ада до земли можно прилететь в легкую походу. Да бред. Я в космос улетел, о, и там еще летать мог. Все, ладно, нормально. Осталось, конечно, 35 платины, заебись. Так, а для этого нужны вот эти дарк. А дарк откуда падают, я даже не знаю. Зато ехать, если вот эту броньку сделать. На 40 защиты каждый шмот. Ну это для плюс тебя. Плюс 300 максимум жизни и маны. 25% к скорости. Или к скорости атаки. Еще 50% что-то к скорости какой-то. Магический эффект какой-то, 20 дамага и крита. А, не, вот так выглядит. Это вообще красота, но тут требуются такие броньки, блин. И вот эти вот хрени нужны, тут по 200, и амулеты нужны. Ну, амулеты, ладно. Так, 180. Я тогда продаю, смотри, я продаю тогда... Топоры, они же, наверное, бесполезные. Да, они бесполезные. Я продаю эти топоры. Это апгрейдится как-то? Мне нужен праведный блэк хрен какой-то. Вот это. Да нет, наверное. Он бьет 103 и не апгрейдится. Да не, наверное, не надо. Это тоже на 80 нафиг. Да я сейчас просто продам все. Фласк какой-то. Дюк фласк. А, но он из реброна, и он в количестве падает. Экспертная хрень какая-то тоже, она, блин, бесполезная. Вот этот меч оставить надо по-любому. Вот этот. Апгрейдится, да? Ну-ка, а если вот так это апгрейдится. Так. Блин, на 300 урона, нет. Это совсем, извините меня. Наверное, бесполезная хрень. А, вот я хотел посох посмотреть. Посох на 128, но он тебе, наверное, нафиг уже не нужен, да? А он... скорость, 26 маны... Участвует в чем-нибудь? Участвует? 128, он магический урон, и больше он не апгрейдится. А, ну все, нет. Это, короче, твой фиолетовый, который ты делал из призрачного посоха, спектрального. Но он не апгрейдится именно на что-то более хорошее, и скорость у него габа. Галимая. Я же их проверяю. Пылкий посох ледяной гидры тоже говно. Ну, гидра, кстати, хорошая, ее ставишь, она атакует, но она очень медленная и не апгрейдится, увы, вот поэтому. Да я продам, она все равно не апгрейдится, только место засирает. Клинки тоже нам сейчас не нужны, да, вот эти вот. Да нет, ой, зачем? Сейчас. Тихо. Вот ну, хорошие, да, плохо, что не апгрейдится. Ну да, не нужны, в принципе, че они. Потом магма какая-то, дистанционный урон. Взрывающиеся. Кстати, попробуй так, Лёх, пойди, подойди вот сюда. Это. На секунду. Не, не нужно. Бесполезно. Можешь подойти сюда на секундочку? Ну, давай. Можешь вот так сделать? Не-не-нет, я не на крюке вишу. А просто в бок нажми. Подпрыгни и в бок в этот нажми. Нет. А я вишу, не пойми почему. Может, у тебя что-то есть? Я все снимал, прикинь. Нет, вот вишу и все, хоть ты усрись. И, кстати, мне вот такая кошка выпала. С этого, с дерева. Тройная, да? Ну да, но она, как сказать, только одну выкидывает один раз, за раз, типа. Ну я понял. Ну это, конечно, да, немножко фиаско.
Так, ладно, я продаю все мечи, топоры, все вот это вот говно. Бесполезное, ненужное. Так, багряный камень в жопу, медная руда тоже. Так, зачарованный меч, я так и не понял. Он не участвует ни в чем, как по ходу дела. Так, а где я забыл ее? А уж тут лежала. Можно даже 314 так сделать меч, но походу это дерьмится то еще. Поэтому нафиг. Так, ладно, хорошо. Что у нас еще по оружию? Мерзкий. Это мой, да, вот этот вот? Да, лютейший. Но он тоже ни в чем не участвует. Мне нужен вот этот меч, и вот он, 2700 лупит, который. И тут надо делать их. А он делается из клинка земли. Это по-новому придется вот делать. Вот. Че, Лех, убьем еще одного босса быстренько? Сейчас. Это сломанный меч, куски вот этих говна какого-то и какая-то еще хрень, которая делается из руды какой-то, яского камня. А эта хрень падает со слизни. Руда. Ну, либо, может быть, добывается. Да я сейчас просто смотрю, что нам... Блин, 200. Я хоть человеком себя почувствовал. Так, а ты не в зеленой тиме, да? Сейчас всосусь. Я в тиме. Ага. Так, ладно, я пойду гляну, как это оружие вот тут вообще. Земле. Вот это надо оставить, мурамасы оставить надо. Так, это говно, на 245 магии. Наверное, тоже нафиг, да, ее? Что-то она обгрейдится там так себе. Это на 36. А, да ну нахуй! На 232. Тоже такое себе, это не обгрейдится. Демонически это тоже говно. Так, это что, спешл какой-то из слитков? Хрен знает. Так, костяной меч. Тоже уже выдохся. Звездный меч. Тоже, походу, да, выдохся. 400-500. Ну, да, короче, говно. Вот это, короче, самые такие весомые вещи. Праведный огонь. Тоже по магии говно. Это что? Космик Энерджи Спираль Файч Ю. Что это за говно? Есть какая-то ветка, использует 80 единиц маны. Только я не понял, что она делает. Что-то многовато, 80 единиц. Ну тут не написано ни дамага, ничего, что-то тут 25%. Может, она какой-то баф типа накидывает? Может быть, все может быть. Какой-то энергетический, энергетическая космическая спираль, что-то бьет. Блин знает, короче, бесполезное говно. Ну и книги я не знаю, оставить тебе книги эти? Пускай пока полежат. Ну нет, или они, если не участвуют ни в чем, не надо. Они участвуют, но там до 200 прокачка. Ну там, возможно, что-то дальше пойдет, так что но оставь вот пока. Вот эти вообще сынь-дянь падают. Да нет, я ж смотрю. Типа вот 90 магия, типа вот можно книжку сделать. Просто а там... Можно на 141 сделать, а и стоит 228. И все. Ну, очень неизвестно как... Ну, в принципе, блин, не я знаю, смотрю, короче. Крафта показывается, весь. Не, я понял, ну, не знаю. Вот этот меч, да, вот он нужен, он 2700, он наяривает. То есть он по-любому нужен. Хоть усёрся. Ну и портал Ганы, я не знаю, ну, для прикола пусть остаются. А все остальное я продаю, и нам вон, бабки все равно нужны будут, потому что, лянь, если там уже, блин, по 5 платины просят, нахрен. Так, это тоже продажу. Это сюда. Так, и шляпу надо, мушкетера того там, этого, пугаляра. Будет выложить. Так, и бабос. Серебро, плата, золото.
Блин, еще забыл ему стрелы сбагрить. Иди сюда, падла. Так, быстро возрождение включил. А, честно, не помню, но вроде включил. А, Этера меч, подожди, ему надо сбагрить, потому что его-то в откат уже нельзя замутить. К сожалению. Поэтому у меня есть новый меч. Ну, а новый меч это... Соответственно... Новые ощущения, новые возможности. Ну все, я готов. Ну иди ко мне. А, подожди, шанс крит удара. Сейчас я перекую, короче, этот свой. Мри, нахуй. Меч перекую, а то он хоть и шанс там что-то крита, что ли, но мне и так для крита очень неплохо. Ага, ну, пускай будут. Ну-ка, сдохните все. 15 к урону. 1500 лупит. Во! Хорош! Подожди, что там? 10 к урону и 12... Ой, подожди. Правильно ж? Да, 10 к урону и 12 к скорости. Ну-ка. У-ху-ху-ху-ху. Давай. Что, куда, кого, зачем? Слева вниз. К деду? Нет, в аду. А, Вокаса Румяна, точно. А как ты в центр попал? Тэпнулся. А если я сделаю вот так? А я сделаю вот так. Что-то, по-моему, она не всегда атакуется. Мне это не нравится. Вот мне это не очень нравится. Вот поэтому мне не нравится это не очень. Лёх, помоги мне, я застрял. Ну как я тебе помогу? Долбень, а тут стрелы какие-то. Отвали от меня, гадость. Ладно, ты пока дерись с ней, развлекайся там, а я... Я постараюсь. Попробуй. Класс, выковар. Выковар, ну отстань. Увеличишь разрез ему. Да. Очко расширю. Спасибо. Ну да, она, кстати, долбает. Нехило. Мне больно очень. Да сука. Так, я тебе помогаю, все. Паскуда тварь. Эх, твою мать. Только побыстрее, пожалуйста. Да вот как смог. Не, а чтоб типа я не сдох, чтоб она не исчезла. Заебись. Все, да все, ее нету. А потому что ты сунулся куда-то и уже призываешь их. Так. Помогай расширять, вот глаз уничтожай этот нахрен, вот. Выковыривай. Тут порося дикая. Тут, кстати, новая руда. Да я понял. Она, не... кстати, там нужна будет. Кстати, походу, эта руда и нужна нам будет. Чар-ор. Электромонтёры, чтоб его, блин. Я хотя бы нас мозга просто, да. Перфоратор, блин, кого-то врубил. Отвали, мышь. Я себе нашел там охрененную броньку, кстати, у нее тоже иммунитет к лаве. Уверен? Да, да, прям на все 100% уверен. Но проблема в том, что у меня нету таких вещей, таких ресурсов. Ну и что ты тут забыл, да, Мими? Конечно, теперь повеселее будет с этим. Ты вообще все хочешь уничтожить? Я не все, ну хотя бы вот это еще подчистить. Да и руду хоть выкопаю. Да я уже ее копнул. Да ну нафиг, иначе они покоя не дадут. Опять какая-то личина, блин, лезет ко мне.
Вот. Вот что это за падла. Она внизу уничтожается. Все. Не сами бутоны, а внизу. Да, я понял. И вот, блин, подожгла, паскуда, тварь. Да вот проблема начинается, надо побыстрее все это дело выковыривать. Все, готов? Или ты и эту хочешь? Да я хочу вот это выковырнуть, вот. Последние вот эти хрени. Просто киркой убил нахрен кого-то. Шо, я по лаве хожу круто? Ну вообще-то, да. Прям. Вот, вот этот уголочек, вот, выковырни вот это. Кораблик вот этот. Пираты будут недовольны. Ну да. Пошел нахрен отсюда. Все, давай. Можешь звать его. Это она вообще-то, ну ладно. А мне срать. Оно! Эй, а где я? Ёпта, а чё я внизу забыл? Внизу, я не знаю, чё... там... Как я там оказался вообще? Эй, о, замечательно, я еще вылезти не могу. Шикарно. Там кто-то либо крутится, черепашка какая-то, ниндзя, что ли. А, это паук твой, нахрен. Подожди, надо вызвать своих этих минютосов. Они сейчас помогут очень неплохо. Она вон в этом. Ах ты собака, она прям врубается в меня, прикинь. Бывает. Насколько дерзкая говнятина. Блин, она меня сейчас несет нахрен. Внизу уже оказалось. Да хуй тебя, сука. Снесла. Да иди ж ты нахрен, сдохни уже, а, говнище. Вернись на базу. А, мой меч этот неплохо, неплохо. Мне нравится. Все? Да. Сразу вот так. Все, спер. Подчистую. Вообще, блин. Можно надеть розы с нее вы. О-о-о-о-о-о-о. Да-да-да-да-да. Тут уже, блин, напряг дают вовсю. Так, шляпу нафиг, ладно, это нафиг. Оставить. Маска, ладно, оставлю. Надеть. Фантом плазм, ну что это за говно? Зачем оно нужно? Фантом плазм нужна для апгрейда оружия, брони. Все а требует. Куда-то сувать надо? Она вообще в этом не участвует никак. Опа-на, можно надеть. Что это? Блин, прикинь, нужно 5 фруктов в жизни, еще какого-то говна до кучи. Слышишь, да я думаю, есть смысл вообще еще раз ее там убить себе? Без понятия, возможно, что-то и выпадает с нее. Ну, с нее выпала то, ну, вторая часть этого. Ну, давай еще раз ее лупанем, хрена, а то сейчас эти покой не дадут. Ну, да, я помню, что... Ну, так, ладно, ну, давай. Давай ее натянем. У нас 2 босса, если что. Еще? Нет. Сейчас? Да, вон, сверху слизень сидит, ему явно не нравится. Чё-то. Да, о, он к нам идет. Твою мать, ну нахрена ты их повызвал? Да я сначала Черетова вызвал. А потом ты говоришь, давай ее. Ну я ее вызвал. Ну, с баба-то уже более актуальная, чем, блин, эти слизняки. Но он более легкий. Я хилюсь от него. Нахуй не нужен. Я от него хилюсь. Да ты хилишь, ты ману сосешь с него. Ладно, я эту буду бить, ты пока того, не знаю, долбашь. Хотя мне больно все равно. Ну-ка, сука, отойди от меня, утырок. Блин, вот это веселуха вообще. Это твоя новая, да? Да. Она тоже в крафте участвует.
держи, ёпта, побольше так стой. Я из тебя фарш сделал. Разорвали. Где этот червяк сраный? Я его сейчас прям там в камне убью. Да я его тоже уже завалил. Ох, вот это сейчас прилетела скоростная хрень. 2600, точнее, нехило. Да с Цуко. Это ты про что? Да по ней дамаг прошел. А-а. То ли ты, то ли я. Она, видишь, блин, вот это вот напрягает, что она в инвиз уходит постоянно, собака. Дикая собака. Динго. Воложа пень тебе сейчас меня порвет тоже. Не, вот этот меч мне нравится, слушай. Конечно, все еще слабоват, но все же. А, она еще жива, блин, я думал, она уже рип. Да нет, живет еще собака. Больно, ёпт. Вот ушлепище морское. Да сдохни ты уже, а. Вот. Осень, я выпал, мешок нужный. А ты мне... Ты собрал, наверное, да? Нет. В том-то и дело, что мне не выпал даже мешок. Даже мне выпал мешок. Но я имею в виду мешок такой, из которого это. Нет, не выпал, кстати, мне мешок по какой-то из причин непонятным. Непонятный. Сейчас я посмотрю, что это за книга. Ни для чего не нужна, но вот, на вот это делает. Наверное, нафиг ее, да? Ну да. 87 урона всего лишь наносит. Блин, я чьи-то думал. Подарочные. Вот с кого выпадает эта хрень. Я, возможно, даже себе броньку нахреначу. А почему бы нет? Для меня только это говно и требуется. Надо пофармить. Две делается. А, еще нужны души эти. Ладно, давай пофармим. Давайте, ребзи, давайте. Да не снимай полностью слой, там неудобно находиться. Да я знаю. Я чуть-чуть. Ты ж мне чуть-чуть простишь? Ну, если только чуть-чуть. Так. Это только бабки вшатываются, просто вау. Ну-ка, иди сюда, сатан. Так, ну и сколько у меня этого говна? Полтинник. Ну этого маловато, в принципе. А-а-а! Сраные огоньки. Штука. И касательно новой руды, это вот это, да, Карентор тот-то? Черная такая. Да, Чар-Ор. Черрот. А что из нее можно сделать? Ну, можно, можно материал сделать, ну и? Ладно, надо их наяривать. В жопу их всех тут. Во-во-во, душонка. Потрошонка. Тебе какие? Fire Fragments нужен? А, Bloodstone. Ой, я их удалял. О-о-о. Не, у нас они были. Зашквар. Да их у нас мало очень. Там есть они, да, где-то, но их крайне не, мало. Ну я ж не знал, что они тебе нужны. О, я знаю, что он тут тоже вызывается.
Во. А, червяк этот засран. Mm-hmm. Ну ты, конечно, дал жару. Живой огонь, ладно, фрукты это. Ляпы тут падают всякие. Ну да, тут в принципе шелачно. Да надо освобождать этот. Инвентарь? Да, от боссов, а то ж у меня до хрена их, которых мы я не убили. Я его, походу, убил нахрен. Баба ссаная, чтоб ее хоть убилась быстро. Рояль Эдж нет. А если я туда упаду вниз, я сдохну, или тут просто можно по дну ходить? Нет, просто по дну можно ходить. А, я думал, ты там дохнешь, якобы. Нет. Типа, упал. За карту. Очнулся гипс. Ну да. Очнулся, так. Жопа болит. Че, еще ее раз вызовем, нет? Так, сейчас, подожди секунду. Я мешок вскрыл, тут какой-то материал выпал. И все, да? Ну да, давай еще раз ее вызовем. Хрена нет. Фатально, как говорится. Потому что она нам нужна. Да и не только она нам нужна. Там бомбалберба того-то надо будет еще как-то вызвать. Видишь, ее напряжная атака именно тем, что... Ну, она сама, точнее, напряжная тем, что... Она, видишь, постоянно прячется. Там что-то она к тебе присосалась так прям. Воу. Нам надо короля и королеву убить еще. Еще раз. Мне нужны эти. Ну сейчас-то мы их вообще сольем-то, ёптать. С таким-то мечом, блин. Че я сразу, В смысле? Ай. Прилетело у жопу. Ну выявись, паскуда тварь. Да она сачкует, ёптать. Куда ее понесло, ёптать? Чего она не бьется? Потому что в инвизе. В смысле, она вообще в инвизе? Нет, вот она. А, вот. Пять своей брони. Все равно. Шатал я ее. Опять бабка прибежала. Че им звук везде один и тот же добавили? Шипит и шипит нахрен. Зараза. Говняха. Посохи какие-то сыпятся с них. Непонятные. Так, у тебя там не выпала та-то фигня? Нет, демон блуд только. Во, мне выпала хрень на 260 урона. А, я знаю. Это типа... Ладно, да? Ну, это башня охранная. Ладно, давай наверх. Домой. Ловить нам тут больше нечего. Делаем. Сейчас, значит... Ночь. Да, сейчас. Ну, погоди. А слушай, давай на этом закончим. А то сели здоровые выходим. Ну да. Ой, а тут эти прилетели. Прилетели. Да, потому что эта хрень вместе с нами тэпнулась, блин. Да я убил ее уже. Это? Ну, вот эти, типа... Пультяпки. Как в джунглях, да, только в джунглях надо голову отбивать. Ну, я понял. А тут... Щит, что-то, фаербол, что-то, короче, на продажу пойдет. Ладно, ребят, короче, на этом мы нашу серию закончим. В следующей серии мы продолжим. Тут немножко подразберем шматье, что-то продадим, что-то, возможно, там скрафтанем, апгрейдим, еще всякое такое. Вот, и в следующей серии мы еще повыбиваем вот эти вот плазмы,
эктоплазмы, или как они называются. Короче, как повыбиваем, да. Да, потому Фьюль. Что потребуется много, а потом, не знаю. А их вообще крафтануть, наверное, нельзя, да? Прям вообще никак. А, слушай, и для... А, для этого потребуется эта жопа. Для каламитоса, или как он? А, глаз к... этот прорежет, там 2,5 того и того. Тысячи. Поэтому... Это, конечно, фармить придется жопа. Жопа. Ладно, в любом случае, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на наши каналы, ставьте лайки, пишите комменты, ссылочки все в описании под видео. Ну а с вами был Селли Россел, Хамстер Дед, Террария с модами в Эксперте. Всего хорошего. Всем пока-пока. Всем пока, ребята.